Напомню, с завтрашнего дня в крае временно прекращаются заселения в отели и новые бронирования. Это избавит жителей и гостей кубанских курортов от искушения провести выходную неделю у моря, уверен Вениамин Кондратьев. В то же время туристов, которые уже проживают в отелях и санаториях, выселять не будут. Здесь вот должно быть полное понимание, особенно тех, кого коснулись наши ограничительные меры. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что это потеря прибыли. Но давайте лучше мы потеряем прибыль вот в эту неделю, чем мы потеряем прибыль во весь курортный наш летний сезон. И лучше мы сейчас скорректируем свой график работы и потеряем, да, неделю, эту неделю, но выиграем как минимум 3-4 месяца активных, естественно, прибыльных в наш летний курортный сезон, еще раз подчеркиваю. Поэтому давайте подумаем о себе, о жизни и своей, и своих близких и родных. Потому что здесь это, наверное, в первую очередь вызвано ради этого, сохранение жизни жителей нашего края и всех, кто к нам приезжает. Затем, как исполняют распоряжение губернатора о запрете бронирования, а также заселения в гостинице и отели, будут следить специальные мониторинговые группы. Они начнут работать на курортах края.